Так. Узнаю этот цвет. Пацаны и пацаны, совсем доброго привет. Закулисье. Пропавшие люди. Missing Persons. С того самого мы канала все еще продолжаем смотреть эти оригинальные видосы из закулисья, изнутри. Вот, ссылочка на оригинал, если он тебе нужен, это оригинал. Внизу, в любом случае, с тебя пальчик авансиком. Спасибо большое всем, кто поддерживает, смотрит вместе со мной в этой закулисье. Немножечко вот так вот, оп, прям личиком и потом обратно. Все, ненадолго, ненадолго. Видосы эти все кратеночные, кратеночные. Все, давай смотреть. Пальчики, комментарии пишите, подписочки организуйте, естественно, с бубенцами, чтобы в закулисье было слышно. И напомню, что есть телеграм-канал, он существует, и ссылочка на него, естественно, внизу, буду рад тебя там видеть. Поехали. Пропавшие люди. А, ну это пропавшие люди, типа вот те, кто попали, да? В закулисье, по сути. Николас Болтон. Возможно, это тот чувак, которого мы видели. С камерой. Маргарет Уотсон. Вот мне интересно, все-таки, когда они пропадают, что видят другие люди, находящиеся рядом? Я уже в прошлый раз задавался этим вопросом. Когда мы еще первый видос смотрели. То есть для них они пропадают, или для них ничего не происходит, и просто как бы создается ответвление вселенной, где для этих все продолжается, а для других уже нет. Ну понятно, короче, люди попадали в закулисье. Нам показывают, что это происходит, получается, с 87-го года. Ну, причем, смотрите, их больше и больше становится с каждым разом. Блин, как мне нравится, как атмосферно это все сделано. Ну, как вот, вот я уже говорил в первый раз, когда смотрели, да, этот жанр, вот это вот, чуть страшно вот этого всего, он настолько бюджетный, но вот он показывает, что даже не имея каких-то больших средств и денег, ты можешь делать здорово. Ты можешь сделать интересно, атмосферно и завораживающе. Ну, прикольно же сделано. По-моему, да. Так, узнаю этот цвет. Этот пол и эти стены. Прям в костюмах. Интересно, они попали туда через тот портал, который мы видели в прошлый раз? Непонятно. Какой целью здесь, господа, со шлангами своими ходят тут направо и налево к дому все. Это вообще-то не ваше закулисье. О, это что такое? Ой, сейчас опять что-то выбежит. Не, ну все понятно, конечно, что говорят. Это человек. Видимо, один из тех, кто сюда попал. Что с ним? This makes no sense. This wasn't in the last report. Шавух не свежую съел. No, this is definitely new. Это же первый, которого показали, да? Сейчас встанет, побежит. Сейчас встанет, побежит. Ну не встал и не побежал. Все? Все. Прикольно. Вот я говорю, это такое, знаете, типа, такой, оп, заглянул в закулисье и обратно. Интересно, интересно, но коротенечно. Коротенечно, 4-5 минут примерно длится. Я думал, что может объединять, но решил не объединять. Давайте прям оригинально смотреть. Если продолжаем смотреть, то смотрим вот прям по одному, по одной записочке, скажем так, записочки из закулисья. Вот, не знаю, ребят, если интересно, опять же, пальчики проставляйте, показывайте это, и значит можно продолжать смотреть. Там много всяких видосов, но не супер много, но там на этом канале есть, короче, определенное количество видосов, которых еще хватит на несколько точно. Все, все, комментарии пишите, чем больше, тем лучше, подписывайтесь, естественно, организуйте с бубенцами. И ссылочка на мой телеграм внизу, чтобы мы с тобой, кроме ютуба, еще где-то могли быть на связи и были на связи. Внизу. Буду рад тебя видеть. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.